Siamo il futuro e il presente per via di un passato di fame e di sete. Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Ги. Мы сегодня мы играем в кималочку на сервере Mozilla Freeplay. Первый сер, мне здесь Кирилл Путбуль, не забывайте вводить мониторизации. Итак, сегодня у нас новая серичка, в принципе, она будет посвящена ЗСК, а именно Финке. Потому что в предыдущем видео я не показывал Финку специально, чтобы записать отдельное видео. Также спасибо вам большое за вашу активность, на этом видео набралось больше, чем 100 лайков, там 1100 просмотров. На данный момент. Очень вам благодарен. Давайте так будем под каждым видео 100 лайков, пацаны, ставить. И я думаю, вы заметили, что в начале видео не было приветов. Не переживайте, они будут, но я так подумал, что многим нравится, что приветы в начале видео, они занимают 5 минут, и поэтому я решил перенести их назад. Точнее, в конец видео, и я там буду отвечать на ваши вопросы. Точнее, не привет, я сказал приветы. Короче, блин, на вопросы ваши буду я отвечать теперь не в начале видео, а в конце. Напишите, так будет нормально или нет, потому что, ну, многим в начале видео не нравится. Тем более, вчера вышло 3 видео по Мазингу, там много вопросов, я думаю, будет. И начало бы очень долгое было. Я думаю, лучше сначала уже летсплей, потом уже ответы на вопросы будут. Я думаю, так будет нормально. Поэтому пишите в комментариях, что вы об этом думаете. Ну, а тем временем, погнали на ЗС-ку. Я, кстати, чуть приболел, короче, у меня было давление ночью, а сейчас у меня немножко насморк, поэтому, да. Извиняюсь за мой голос, потому что реально что-то я расчихался просто, не кашлю, но что-то чихаю частенько уже. Поэтому, да, сейчас едем на АЗС-очку, в принципе. Так, поворачиваем вот сюда. Вот сюда мы поворачиваем и едем на АЗС-ку. Я эту АЗС-ку слил за 30 миллионов. Кто не смотрел предыдущее видео, обязательно посмотрите. Там я подробно все рассказывал, в принципе, об этом, как бы. Я ее слил за 30 миллионов, словил ее не себе, а как семейный бизнес. Как бы, да, это теперь семейный бизнес нашей ФМ. Сейчас до него доезжаем уже, тут совсем немножко осталось. Блин, на самом деле, могли бы этот прорезик немножко дальше сделать, потому что неудобно разворачиваться, надо вот так вот делать, таким образом, короче. Ну, видите, люди заправляются, как бы. Я не знаю, кто такой, Кра. А, это свои, по-моему. Это Бег, как он, Хабибов или такой там, я вот не помню. Ну, кто-то из своих, вроде бы как, если он тачку не продал. Да, Бег Чепкасов. Здорово, дядь. Да, это свой чувак, короче. Бензин у нас самый дешевый в области. У меня стоит 30 рублей за литр. Дешевле вы нигде не найдете. На других АЗС-ках по 40, по 60 рублей за литр. А я поставил 30, это самая низкая цена бензина, короче. Итак, я думаю, перейдем здоровее. Так, короче, это самая маленькая цена за бензин, которая только может быть. Поэтому заправляйтесь только у нас, пацаны. Так, Бег, привет тебе, короче, передай привет. Извини, эту фамилию могу прочитать, потому что я долбоёб, я по-английски не читаю, но Бег, короче, здорово тебе, братишка. Это наш чувак, короче, да. Да, что он залезть не может, малёха, да? Паркурщик из тебя не очень. Так, ну что ж, давайте посмотрим Финку, в принципе. О, другое дело. Вот это я понимаю, вот это оп-оп-оп, пошел. Ладно, пока он танцует, мы, в принципе, посмотрим Финку бизнеса. Вот, бизнес семьи. Госка 30 миллионов, название YouTube Кирилл Гейм. Кстати, я писал кое-кому, типа, может такое название или нет, но, по-моему, нельзя. Но пока что у меня нету денег, я не могу поменять название, поэтому пока что будет так. Надеюсь, меня за это не выебут, так сказать. Поэтому да. Так, смотрите, баланс у нас 35 тысяч. За сегодня 54 тысячи есть уже. На самом деле я уже 3 раза бензин привозил за сегодня. Сейчас у нас время получается 17.23. Финансовая статистика самая интересная. Вот. Опа. Вот такая вот Финка, кстати. Что-то я нажал на Финку и FPS просел, пацаны. Так, что-то жесткий FPS проседает, когда я на Финку включаю. Извиняюсь, если будут лаги, пацаны. Ну реально, что-то 29 FPS. Если я сейчас закрываю, смотрите, у меня сразу 90 FPS. Не знаю, какие-то баги, блин, либо это у меня что-то, я не знаю. Короче, вот Финку, смотрите. А за вчера он принес 114 тысяч. Ну а так Финка, видите, маленькая здесь была. Вчера просто самая большая Финка была, какая только может быть. В принципе, здесь. Поэтому это очень круто. Смешно. Пошёл. Так, пошёл.
Вон, я тут. Король. Так, короче, погнали. Дальше, в принципе, посмотрим, что у нас тут еще есть. Так, аккуратненько вот так спускаемся. Оп. Вот, короче, ЗС-ка. Да, вот. Смотрите, Family Kill Game. Бизнес открыт. Литр 30 рублей. Крыша, чеченская мафия. Да. Нормально, блин. Но я все равно доволен, что у нас есть СЗС. Блять, какой он смешной просто. Ладно, давайте прокатимся немножко, в принципе. Не знаю даже куда, на самом деле. Потому что я не знаю, что дальше снимать. Ну ладно, будем импровизировать. Кстати, вот тачка, если что, я новую купил. Вместо Е63-го. Поэтому можете меня поздравить в комментариях, в принципе. Ой, дрифтун, блядь. Разъебется по-любому сейчас. Сейчас разъебется, я думаю. Ну это некрасиво, надо близко к бордюрчику там ехать. Ах, херня какая-то просто. А я так и знал, я же говорил, что врежется просто. Я вот так и думал просто сейчас. Накажем БМВ, блядь. Что, БМВ один едет, пацаны. Красиво надо войти в поворот, короче. Оп, вот так умеешь, дядя. Я думаю, он так не сможет сделать, в принципе. Ну что ж, я думаю, это будем заканчивать, пацаны. Вот такой был коротенький видосик. Чисто показал финку. Заезжайте, закупайтесь у нас бензином. Самый дешевый и качественный бензин только у нас в Рыжевске, пацаны. Когда я вожу бензин, всегда он есть, поэтому вы не обсохнете. Все, всем удачи. Сейчас будут ответы на вопросы. Ну и всем пока-пока. Итак, сейчас я отвечу на все ваши вопросы, именно на вопросы, не на комментарии, а именно вопрос. Конкретные вопросы, я буду на них отвечать. Погнали. Ах да, вот эти три видео, на которые я еще не отвечал на вопросы, но сегодня на них отвечу. Поэтому приступаем. Итак, вот первый вопрос. Кирилл, продашь BMW X5 на любом сервере? Нет, я там ничего не продаю и, скорее всего, у меня там уже дом слетел, поэтому как-то так. Продаешь Е63, уже продал. Какой у тебя левел на Мазинге? 40 уровень. Так, следующий вопрос. Вот, что за песня в конце играет? Вот тебе ответ, дружище. Что за песня играет в конце? Так, следующий вопрос. Так, вот еще один вопрос, касается интро. Я не знаю, что за песня играла, поэтому я сказать не могу. Следующий вопрос. Почему старое интро? Потому что вам оно не понравилось, а я прислушиваюсь своей аудитории к своим подписчикам, и поэтому вернул старое интро. Снимай серии, как он по бездорожью. Возможно, запишу, в принципе, но он такая корова, большая, крузак этот. Ну, в новом отпаке это Cadillac Escalade, но, может, запишу. Парни, я что-то не понимаю, как Кирилл владеет 5 машинами одновременно? Давно не играл, спасибо за ответ. Сделали такую систему, что с домом ты можешь иметь 3 машины, а если у тебя дома випка, ты можешь иметь 5 машин. А без випки и без дома ты можешь иметь 2 машины. Следующий вопрос. Дьявол, купите ТОЗС и купить улучшение. Смысл? Смысл в том, что как бы она стояла по ГОСУ, и я ее купил как семейный бизнес. Это была давняя моя мечта, чтобы я владел ЗС-кой. Но, как бы, она не моя, она семейный, это бизнес, но все же, как бы, мечта все-таки была. И, да, возможно, я ушел в минус, но я буду знать, что у меня была ЗС-ка, я пощупал что-то такое и так далее. За название бизнеса в бан уйдешь, это будет как реклама. Ну, возможно, блин, но у меня нету денег, чтобы поменять. Если администрация выделит мне 1 миллион, чтобы поменять название, я его поменяю без проблем. Просто его видели, я у администратора спрашивал, можно любое название делать, они сказали да. И поэтому я сделал такое название. А почему у тебя тачки только одного цвета? Ну, не одного цвета, у меня одного цвета это только Монстр, Ламба и получается Крузак. А Ямаха оранжевого цвета, а БМВ такого тоже темно-синего цвета такого. Ну, потому что мне просто так нравится, короче. У меня вопрос иначе. Разыграй гроши Рышику. Типа, я так понял, деньги разыграть. Ну, как будет возможность, сделаю конкурс, в принципе. Как бы, мне это не трудно сделать. Я и машины разыгрывал, как вы помните, и много чего разыгрывал. Киря, попробую обменять эту АЗС на другой бизнес с финкой. Ну, во-первых, я не смогу обменять, потому что это, я его купил как семейный бизнес. У нотариуса нельзя будет обменяться бизнесами. И во-вторых, ну мне нравится АЗС, пусть пока что будет. Да, возможно, я в минус уйду, но зато я попробовал, пацаны. Зато реально я попробовал. Это того стоит, думаю. А машины, в принципе, я уже вернул часть машин, поэтому это нормально. Ну что ж, вот я и ответил на все ваши вопросы, именно на вопросы, а не на комментарии обычные. Пишите в комментариях ваши вопросы, и буду я на них отвечать в конце каждого видео. Все, всем пока-пока. She was from the outside, I was from the north. She was from
outside, I looked in the mirror. I said, man, I'm alright. Little did I know I'd be crying all night. Cause I was from the city, she was from the outside.